что здесь есть на ресепшене. Такой достаточно обильный ресепшен. Даже какие-то ювелирные украшения продаются. Ну, я так понимаю, просто обычные торговые лавки. Вообще очень такой большой отель. Смотрите, располагается здесь сразу у нас дорога. Это, кстати, центр Муйне, что не может не радовать. Структура здесь есть. Проходим мимо основного ресторана. Очень большой отель, четверка. Он такой достойный, знаете, хороший. Сейчас мы пройдемся мимо бассейна. Так, есть детская комната. Сейчас мы подойдем. Есть бильярдный зал. Зал для бильярда. Сейчас делают уборку, мы постараемся быстро. Есть какой-то аэрохоккей, футбол, что-то вроде. И есть детская комната. Мы сейчас вот так вот очень быстренько сюда заглянем. В принципе, в пешей доступности пляж. Все очень хорошо. Это первая береговая линия. Территория красивая. Так, и вот указатель у нас на ресторан. Очень зелененькая, какие-то пальмочки, что-то, не знаю, к сожалению, что у них растет. Очень зелено, хорошо. Я так понимаю, вот здесь вот основной ресторан. Мы идем в номер. Заходим в номер. Хороший такой номер, приятный очень. Телевизионную зону. Балкончик небольшой, но многостойный, можно сидеть, вид на бассейн и даже чуть-чуть проглядывает море. Сейчас смотрите, у нас здесь ТВ-зона. Она, кстати, узенькая, маленькая, но все есть, то есть есть туалет, есть раковина, есть все принадлежности, пожалуйста, и есть душевая кабина. Бассейн. По сути, две зоны. Там даже есть для очень маленьких. Так. Очень красивенькая территория, зелененькая. Сейчас мы быстренько к выходу на пляж пройдем. Смотрите, ой, как все зелено, красиво, ухожено, чисто. Вот здесь есть зона бара, где тоже можно посидеть вечером. Ну, конечно, вот эта центральная часть Майонета с пляжами какое-то недоразумение. То есть, ребят, я вас предупреждаю сразу, вот эти волнорезы здесь есть. Такие подводные лодки, я не знаю, еще, ну, это песок, как-то прессованный, наверное. Но вы должны об этом знать, что, конечно, вот такая тема. Предупреждаю сразу, вон там есть часть пляжа, которая лучше, на которой волнорезов этих нет. Вот можно заходить, в принципе, там. А так, смотрите, зонтиков, лежаков всего достаточное количество, целая полоса. Так, и смотрите, значит, ресторан. Отель большой, то есть ресторан тоже, опять-таки, не маленький. Там учусь настройка камеры, извиняюсь. Ну, вот так он выглядит, основной. То есть здесь, по сути, здесь две зоны. Хочу сказать по отелю. что хорошего уровня четверка, номера хорошие, и бунгальчики, и основные здания, то есть очень мило, хорошо, по-семейному уютно. Кстати, работает на всех типах питания, есть и завтраки, и HB, и full board. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.